Добрый вечер, с вами КПД или крайне полутеловая Динка, а еще также Леся. Сейчас мы в Малайзии, в городе Куала-Лумпур. Нам предложили очень интересную подработку. Суть ее такая, что мы в середине ночи собираемся и едем в немецкую деревню, которая находится где-то за городом Куала-Лумпура. Там Лесе выдают баварский костюм, а мне костюм служанки. Ну и мы, конечно же, согласились. Но паспорта оставили дома. Бережен он был бережен. И не зря согласились, это было очень клево. Там было что-то они снимали, или типа клипа, или типа рекламы. Так или иначе, мне сразу налетели вот эту штуку и вот эту штуку. И на площадке сразу начали меня все называть принцессой Леей. Да, еще такой момент, мне такое выдали прям классное платье, такое длинное, такое бархатное, вот, и я была действительно прям как принцесса. В общем, это было очень клево, я себя чувствовала так здорово, там такие классные люди, они все так улыбаются друг другу. Было очень жарко здесь, конечно, костюм достаточно тяжелый, ну не знаю, мне очень все понравилось. Кстати, каким образом мы нашли эту подработку? Сейчас расскажу. Если вы человек с европейским типом внешности, то вы априори востребованы в Азии. То есть, если вы поищете чуть-чуть побольше, то вы сможете сниматься в рекламах, клипах, даже фильмах со словами. В общем, если вы белый человек, то вы можете здесь периодически куда-то ездить, вот так вот одевать костюм баварский или служанки и хорошенько подрабатывать. Не бойтесь на Азии, и Азия не будет пугать вас. Тогда вы здесь точно не пропадете. В крайнем случае, вы здесь можете просто выйти замуж и стать четвертой женой. А еще пока я здесь делала видео, то нечаянно узнала, что когда Леся ест дыню, то она чавку не вызывает дьявола. А с вами была Капудинка. Пока!